Вы на канале Новости ПП. Пресс-секретарь президента Казахстана Берик Уали ответил на вопрос о том, почему Касым Жомарт Токаев редко дает интервью казахстанским СМИ. «Я не согласен с мнением о том, что он не дает интервью отечественным СМИ, потому что, как вы знаете, он давал интервью газетам Казахстана. Что касается телеканалов, то многие неправильно понимают этот вопрос. Вместо того, чтобы давать много интервью и выступать, президент предпочитает действия. Во многих случаях его больше интересуют действия, чем слова. Насчет интервью телеканалам у него есть мысли, в будущем он даст интервью», — сказал Берик Уали. Пресс-секретарь привел в пример лидера Китая Си Цзиньпина, который в период пандемии коронавируса только дважды появлялся перед населением. Тогда граждане Китая не задавались вопросом, почему Си Цзиньпин не часто выходит на интервью. Во многом нас сравнивают с Западом и Россией. Они говорят, что главы этих стран дают интервью и спрашивают, почему у нас нет. Мы независимая страна, у нас свой путь. Как пресс-секретарь я считаю, что глава государства вместо того, чтобы давать интервью, должен требовать работы от акимов, отраслевых министерств, агентств. У него есть и другая работа. Но если акцентировать внимание на работу акимов, министров, председателей агентств, я думаю, так будет полезнее населению, добавил пресс-секретарь президента страны.